Блин, ребята, там такие классные волны. Что мне уже, я уже и музыка пофигу. Смотрите, там мы сейчас на лазу нам. Молодой человек, куда вы? Вы куда? Я туда. А, вот так вот. Ну, смотрите, как идет, аккуратно, не жалко. Смотрите, как его волны. Это действительно круто. Все, я снимаю футболку, точнее давно ее уже снял. Оставляю только очки. И отправляюсь снимать и купаться. Что, ребят, да, обувь оставляем на берегу. Что у нас там? Моя в обуви пойду. Вот девочка у нас такая. Ребята, на посадочке там. Так, вторая часть. Пришлось вытирать камеру. Видимо, буду сейчас опять его вытирать, все. Дядька, какой прикольный струба. Так, процесс вытирания камеры занимает определенное время. Ну, я справился. И теперь иду погружаться в это бирюзовое, красивое море. Волны приближаются. Волны приближаются. Я не хочу вылазить заново вытирать камеру. Кто-то только вытер. И вот вам пляж. Ох, там вот классные были волны. Ой, Санька недавно там был. Не пойму, в какую сторону тень, товарищи. Абсолютно, такое впечатление, что равноденствие, ой, равноденствие, солнце в зените. Эх, как только я зашел в воду, шторм хочется. Хотя нет, вон там вижу классный шторм. Пойду на встречу шторму. Смотрите, как каскадом он идет. Чтобы камеру не замочить. Все-таки. О. Ух ты. Так, ну вроде бы я, не знаю, сильно, вот не сильно закапал объектив, поэтому пойду пройдусь в эпицентр, надеюсь, я найду свои ключи от машины на месте с футболкой. А вот тапки я сегодня надел другие, они на мне. У них можно по воде ходить. Ну что, идемте, прогуляемся. Это все еще пляж Лазурный.
главное будем не смыться. Ну вот, волны кончились. Ненадолго, но кончились. Что же делать, идиот? Как можно ее встретить? А поплавка-то у меня нема. Все, что-то волны притихли. Можно уходить подальше. Ух ты, блин, тут-то они притихли, а там-то они. Ого-го, какие. Я так думаю, что со временем они дойдут и сюда. Вон и сюда какой-то определенной чередой. Поэтому, наверное, лучше их дожидаться на одном месте. Ладненько, пойду возьму чехол и футболку, и пойдем мы с вами вдоль берега наблюдать всю эту красивую картину с брызгами. Я так точно все потеряю. Прям в пучине морской иду. Парень с двойной защитой, у него и круха на рукавнике. Как там раны. Ну, сейчас волны слабые, ладно, надеюсь, что еще будут сильные. Все, я взял свои причиндалы. Ну, отправимся вот до Гренады пешепоконному. А тут сразу как назло волны, точнее как хорошо. Попал. Вроде чуть-чуть попал внизу. Ох ты. Итак, пока я настраивал камеру, точнее начищал камеру, так всегда прошел самый сильный шторм. Но у меня еще есть эти запросадки на аккумуляторе. И я пройдусь вместе с вами прямо по берегу. Запатентованный способ съемки. И покажу вам. Ну что-то они опять пропали, ну. Знаете, это интереснее, чем штиль. Прям навевается песня. Я так хочу, чтобы штормы не кончались. Ну, не надо, чтобы они за мной мчались. Кто-то уронил бутылочку. Равновесие в наше время самое то. Итак, идемте потихонечку по берегу. Может, дождусь больших волн. Так вам установочка. Красота. Вот
осужденные уроды по себя солнут не кусочки, я не знаю. Да. Ну а я уже почти около Гренады. Тут уже яхты, катера. В общем, смотрите сами, не жалей не болтать. Я уже вам все показал, все рассказал. Марко Поло, Мурена. Вот сейчас будет хорошая волна. Как говорил, будет хорошая волна. Класс. Ну а наша, как сказать, трансляция, съемка подходит к концу. Очень хочется окунуться. Пожалуй, я так и сделаю сейчас. Вот кину только футболку. Еще разочек, и пускай я намочу объектив, мне уже как бы не страшно. Я сейчас пойду домой все равно. Жарко просто. В общем, на всякий случай говорю вам до свидания. Конец дневного обзора второй морской части. О, какая русалка сидит прямо на этом, на Мурене. Даже как-нибудь ее можно сделать заставочкой. Хотя она далековато сидит. Дядька еще не очень как бы гармонирует малость. Сейчас, может быть, и получится что-нибудь сделать с ней. С заставкой-то я имею в виду. Ну вот, отвернулась. Ну, так всегда. На самом интересном месте. Ну что, друзья. Погуляли, отдохнули. Пора, как говорится, и честь знать. Потопаем домой. Выкладывать вам дневной обзор. Ну и вообще, думать о следующих роликах. В принципе, я о них все время думаю, не знаю. Надо о чем-то еще другом подумать, там, пожрать, что ли, хотя бы пойти куда-нибудь. Может, какую-нибудь столовую проверить. Рассказать, что у них там да как. Вот вам пляж Лазурный во всей его красе. Это лишь половина пляжа Лазурного до причала с этой стороны. И вот вам счастливые люди, которые приехали отдыхать. Ну а на этом, друзья, я заканчиваю, это, так сказать, затянувшийся дневной обзор. Прикольно в воде полазить. И отправляюсь до дома, до хаты. Всем пока. Ждем вас в Лазурской. И помните, уже это 15 августа. Не первое, нифига. Ну ничего, нас сейчас ждет бархатный сезон. Это так. Кто не успевает. Всем пока, до встречи.